the day. In your presence, all our fears are washed away.
Тебе, наш Бог, за то, что Ты окружаешь нас своими благами, окружаешь нас своими чудесами, благословениями, наполняешь нашу жизнь благостью Своею, Господь. Благодарим Тебя и славим Тебя, наш Бог, и поклоняемся Тебе. Аллилуйя! Аллилуйя! Я хотел бы поделиться некоторыми стихами из 36-го псалма. Я не знаю, но сегодня утром я читал этот псалом, и он как-то по-особому вдохновлял меня. Поэтому просто слушай обетование Божье для твоей жизни. Слушай и принимай их для себя. Потому что Слово Божье говорит: уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Сегодня так много лжи, так много тьмы поднимается, ополчается вокруг нас. Но Слово Божье говорит: живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Аллилуйя! Пусть сегодня сердце каждого на этом месте, оно будет утешаться Господом. Не какими-то земными наслаждениями, временными, но утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит. Вы знаете, нам так часто мы сомневаемся или боимся доверить Господу свой путь полностью. Нам кажется, что Он куда-то заведет туда, где я уже не смогу больше жить, где мне станет тесно. Но Слово Божие говорит, что доверь, и Он совершит. Аллилуйя! Пусть твое сердце возрадуется от этого, потому что Он совершит и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. И дальше он говорит: ибо делающие зло истребится, уповающие же на Господа наследуют землю. Ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Аллилуйя! Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Твое достояние пребудет вовек, потому что Бог знает твои дни. Не будут они постыжены во время лютое и во дни голода будут сыты. Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддержит его за руку. Аллилуйя! Ибо Господь поддерживает тебя за руку. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Аллилуйя! Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю, и когда будут истребляться нечестивые, ты увидишь. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби. От Господа спасение наше, от Господа спасение наше. Аллилуйя! Слава Богу за те обетования, которые сегодня Он обещает нам. И Он говорит: если ты предашь свой путь Господу, Он направит и Он утвердит, Он поддержит, Он не даст поколебаться и не даст упасть. О, спасибо тебе! Подними свои руки и начни благодарить Господа за все, что Он обещает в твою жизнь, когда мы всецело и полностью доверяемся Ему. Благодарим тебя, Господь! О, благодарим тебя, Господь, за то, что ты наполняешь нашу жизнь, за то, что ты наполняешь нашу жизнь. И мы, Господь, благодарим тебя за это. И мы, Господь, действительно доверяемся тебе. Мы действительно уповаем на Тебя, Господь. Мы действительно полагаемся на Тебя. Боже, мы отрекаемся от себя. Мы отрекаемся от собственного упования, Господь.
от собственных расчетов и своей человеческой мудрости, но мы полагаемся на Твою мудрость, мы полагаемся на Твое Слово, мы полагаемся на Твои обетования. О, Господь, помоги нам! Помоги нам, Господь, всем сердцем и всей душою, и всей крепостью нашей возлюбить Тебя и довериться Тебе, Боже. Аллилуйя, да будет имя Твое благословенно и превознесено, Бог наш. Аллилуйя. Слава Тебе, наш Господь, поклоняемся Тебе.
ты святой Господь. We worship you, Господь, очисти наши сердца. Очисти наши сердца. Пусть каждый из нас будет живым камнем, устрояющим из Тебя дом духовный, священство святое. Каждый, Господь. Пусть никто не будет в стороне, пусть никто не останется вдалеке, Господь. Но пусть сердце каждого будет захвачено Тобою. О, будет наполнено
любовью Твоею, Господь. Сделай нас живыми камнями, чтобы нам устроять из себя дом духовный, священство святое. Чтобы нам быть воистину народом святым, взятым в удел, отделенным для Тебя, Господь. О, отделяй! Отделяй сегодня наши сердца от всякого мира, от всякой порочности, от всякого лукавства. Господь, отделяй наши сердца. Производи Твою работу внутри нас, очищая нас и преображая нас, Господь, мы просим Тебя. Да, Боже. Да, Господь. Мы просим Тебя, Боже наш. Мы раскаиваемся, если где в чем мы поступали или делали неугодно пред Тобою, Господь, где уклонялись от Твоей воли, где не шли Твоими путями, Господь, где не следовали Слову Твоему. Боже, прости нас, очисти, Господь. Мы сегодня хотим приближения к Тебе. Мы сегодня, Господь, хотим нового уровня, переходя из веры в веру, переходя от славы в славу, из силы в силу, Господь, познавая Тебя, Боже наш. Благодать Твоя да совершит нас. Сердце мое.
Аллилуйя. Давайте мы просто поблагодарим Его. Поблагодари Его от своего сердца. То, что у тебя на сердце, ты можешь просто говорить это Ему.